снова уже известный нашим зрителям станок лазерной резки. Каковы результаты, что он делает, как используется? Ну, в общем, те же самые вопросы. Ну, значит, это станок именно лазерной резки листового металла. Позволяет нам нарезать заготовки из разных типов материалов. Сталь, алюминий, стеклотекстолит, если необходимо, какие-то типы пластиков тоже при необходимости. Значит, он такой же робот, высокопроизводительный. Собственно, как здесь происходит, скажем, технологический процесс. Это часть процесса изготовления сложных корпусных деталей из листового материала, допустим, различных кронштейнов и так далее. То есть сначала технолог по чертежу конструктора готовит развертку на плоскую поверхность сложной конфигурации. И пишется программа на резку, то есть вырезается сразу все, и контур, и радиусы, и отверстия, и квадратные отверстия, любая конфигурация из листового металла. Мы получаем развертку, которая потом с использованием листогиба, это тоже станок, имеющий программную настройку, то есть программное управление, потому что нужно, например, где-то очень точно выдержать угол гиба или профиль гиба и так далее. Различная оснастка у него. Здесь происходит доработка сложного изделия, то есть придание ему уже необходимой формы. И чаще всего это детали, которые потом подразумевают какие-то дальнейшие сварочные работы, то есть очень сложные работы. Мы потом можем подойти, я вам продемонстрирую, какого типа детали получаются из лазера и из гиба. Обязательно, если я правильно понял, как раз таки ребята работают на этом станке. Мы можем посмотреть? Они загружают какой-то металл и, по всей видимости, будут нарезать какие-то заготовки. Хочется сказать, что мы специально не готовились, не предупреждали. Вот приехали, что-то работает, что-то только сейчас запускается. То есть постановочных кадров у нас сегодня нет. Ну, продолжаем следить за производством. Здесь есть окно с защитой для того, чтобы визуально можно было даже посмотреть непосредственно на лазерный луч и без ущерба зрения. Поэтому сейчас ребята запустят какую-то программу, очевидно, и мы увидим, что же там происходить будет. Оператору можно будет туда заглянуть? Сейчас он окончательно спозиционирует лист, потом должен найти исходную точку в пространстве и запустить программу. Хотела сказать, так выпьем же за то, чтобы мы всегда могли найти исходную точку в пространстве, особенно после праздника. Скоро приближается. Пойдемте дальше. Пойдемте к станку, на котором мы фрезеруем оснастку.